Часть 23. Прячься. В эту игру нужно играть в полной темноте. Света не должно быть совсем, или они не придут. Убедись, что в доме, в котором ты находишься, царит полная темнота. Если в доме несколько этажей, на тебе должно быть темно. Полная темнота – это когда ты не чувствуешь разницы, закрыты у тебя глаза или открыты. Когда ты добился полной темноты, найди угол стены, из которого выходят на север и на восток. Встань ровно в полуметре от него, закрой глаза руками и начни считать. Если ты досчитал до 100 и ничего не произошло, прекрати считать и включи весь свет в доме. Ты проиграл. Если ты услышал шепот из-за угла, считающий вместе с тобой, прекрати считать. Не смотри в угол. Выйди из комнаты, не смотря при этом в угол. Игра началась. Когда ты зайдешь в другую комнату, найди, где спрятаться. Если счет прекратился до того, как ты спрячешься, ты проиграл. Когда ты найдешь, где спрятаться, оставайся там. Молчи, не двигайся. Если ты покинешь свое укрытие до конца игры, ты проиграл. Когда шепот прекратит считать, он скажет: «Я иду искать!» и станет искать тебя. Не покидай укрытие, или тебя найдут. Если тебя найдут, ты проиграл. Если загорится свет, оно сдалось. Игра окончена. Ты победил.